Добрый день, уважаемые зрители. В 17:30 московское время начинаем наш внутридневной анализ по валютному рынку. С вами, как всегда, Веселин Петков. Если вы меня видите и слышите, пожалуйста, ставьте свои плюсики в чате. Вижу ваш плюсик, Риков Григорий. Понимаю, что все нормально с трансляцией. Тогда начинаем наш обзор. Я открываю свой рабочий стол. Смотрим на Форекс-календарь и рассматриваем все индикаторы, которые у нас впереди. Вспоминаем, конечно, до этого, что у нас было вчера опубликовано. Во время вчерашнего обзора мы увидели, что до этого были опубликованы последние данные по США, промышленное производство за октябрь и использование производственных мощностей. У нас красные числа, то, что мы обсудили. После этого практически ничего существенного не было. Шестимесячные векселя. Практически во время аукциона видно, что ставка повышается. В известной степени это хорошо для американского доллара. Идем дальше. Рано утром что у нас было опубликовано? Индекс опережающих экономических индикаторов по Австралии от Conference Board снижается на 0.3%. Конечно, это плохо для австралийца. Протокол заседания Резервного банка Австралии был опубликован. Ничего нового мы не ожидали. Конечно, мы всегда говорим, что эти события являются важными, ключевыми. Если произойдет некий сюрприз, они существенно могут повлиять на валютный рынок. Но при условии, что ничего нового нет, видно, что практически австралиец никак не отреагировал на этот протокол. Что имею в виду? Практически протокол был опубликован в 3.30. Давайте посмотрим на австралийский доллар. Сейчас увидите, что после публикации австралийский доллар там на 20 пипсов вырос, но такие движения, они являются практически ничтожными, мелкими, мы их не обсуждаем даже. Вот, например, так, где у нас эта пара австралийский доллар-доллар, да, то есть сегодня 18-го, вот здесь практически, извиняюсь, просто это 5-минутный график, да, то есть это 5-минутный график. Практически вот здесь был опубликован протокол. Пара немножечко отскочила и снова прикоснулась в течение сегодняшнего дня до ключевого уровня 87.40. То есть протокол практически не приносит никакую новую информацию для инвесторов. Все то же самое, что по фундаментальным факторам австралийский доллар перекуплен, не соответствует фундаментальным фактором, что лучше было бы, чтобы он скорректировался еще дальше, чтобы предоставил поддержку австралийской экономике и так далее. Те же самые слова и в самом конце, что наиболее грамотный курс по монетарной политике в Австралии сохранить ключевую процентную ставку, то есть некий нейтралитет по монетарной политике. То, что мы практически слышим уже с февраля, так что я думаю, что вряд ли это имеет какого-либо существенного значения сейчас для австралийца, потому что эти слова мы слушаем на протяжении уже нескольких месяцев, там больше 6-7 месяцев. Так что это уже в цене много раз. Негативные данные по Китаю, то есть видно, что там идет некое замедление практически прямых иностранных инвестиций. После обеда, получается, до обеда по московскому времени выступал Глен Стивенс. Он практически говорил о международной торговле у Австралии, что она практически выросла последние несколько лет. Но потом идет некое такое снижение, которое обычно для вот этих циклов по торговому балансу, по международной торговле в Австралии. И коротко намекнул снова, там 2-3% его выступления практически приходится на австралийский доллар, то есть несущественно, что австралийский доллар перекуплен, что хорошо, что инвесторы уже учитывают вот эту перекупленность, и он ожидает какого-либо там еще снижения по австралийцу, то есть те же самые слова, которые Глен Стивенс нам повторяет тоже на протяжении вот этих 8-9 месяцев. То есть ничего нового для финансовых участников. Потом у нас была опубликована вся статистика по инфляции в Британии, давайте коротко ее рассмотрим. Индекс цен производителей снижается, индекс розничных цен без изменений практически по сравнению с предыдущим периодом, имею в виду, конечно, рост на 2.3%. Индекс цен на жилье вырос на 12%, то есть практически все в соответствии с ожиданием, но
Индекс потребительских цен вырос в соответствии с ожиданием, но и основной индекс потребительских цен, то есть без учета затрат на продукты питания и так далее, там на энергоносители, сохранились на предыдущем уровне, то есть практически чуть ниже ожиданий. Что нам это показывает? Ключевой индикатор, который рассматривает Банк Англии, практически откатился немножко на 0.1%. То есть это некий плюс для фунта. Давайте мы сейчас посмотрим вот эту гистограмму и посмотрим, что у нас есть. Практически видно, что вот наша инфляция. Мы возьмем гистограмму по инфляции за последние 2-2,5 года. То есть что у нас есть? Четко и ясно видно, что это первая попытка для отката по инфляции. Если это видно, уважаемые зрители, ставим свои плюсики. Жду вашей реакции. То есть здесь первый такой сигнал, что по инфляции может произойти откат. Возобновление, например, то есть вот эта нисходящая тенденция, она практически может остановиться. Поэтому это первый сигнал, который нам дает некую первичную информацию, что в будущем, если эта тенденция сохранится и снижение ниже 1% здесь не будет, то, скорее всего, рано или поздно пара фунт-доллар, соответственно, фунт найдет свою поддержку. Это не значит, что уже к сегодняшнему дню сейчас начинается вот этот откат по фунту на 100%, но рано или поздно мы должны это учитывать. Почему? В прошлом году, когда мы повышались к ключевому верхнему уровню, к 3%, давайте мы посмотрим, что у нас произошло. К 3%, грубо говоря, мы дошли практически в июле, в августе. Давайте посмотрим в августе, где находилась пара фунт-доллар в прошлом году. То есть тогда все было с точностью да наоборот, когда инфляция тогда повышалась в Британии. То есть вот у нас практически... Опс, что это такое? 2013 год, где у нас 2013 год? Еще раз. Практически это было в конце, то есть мы практически в прошлом году находились вот здесь, около этого гэпа. И когда инфляция повышалась к этому ключевому уровню, а в США практически не уменьшили программу выкупа активов, тогда из-за вот этой высокой инфляции был вот этот сильный рост по британскому фунту. Мы об этом вспоминаем. Но в это время практически потихонечку core CPI, то есть без учета затрат на продукты питания и энергоносителей, она практически нам показывала вот эти столбики, тогда на этой гистограмме были ниже основного индикатора. Почему? Потому что мы тогда еще говорили, да, вот эти нефть падает, практически энергоносители, продукты питания и так далее. Соответственно, мы тогда вспоминаем, что говорили, что если это продолжится, скорее всего, фунт остановит свой рост. Мы не говорили тогда о развороте, практически тогда не было никаких сигналов о развороте. Но это значило, что пара фунт-доллар где-то остановится, и мы тогда уже ставили, исходя из этого, некие уровни перекупленности пары фунт-доллар. Сейчас все с точностью да наоборот. Видно, что все-таки эта инфляция снижается, но если цены на энергоносители успокоятся в будущем, это не значит, что на следующий месяц, в ближайшие несколько месяцев, то тогда общая инфляция спокойненько остановится. И, скорее всего, как в прошлом году фунт нашел где-то свою вершину, рано или поздно это показывает, что рано или поздно фунт при такой статистике может найти свою впадину. Если это было понятно, ставим свои плюсики. Жду вашей реакции. То есть при таком развитии фунт может рано или поздно найти свою впадину. Это не значит, что вот этот нисходящий тренд, который сейчас существует, отменяется. Но это первые сигналы, что откаты, которые по паре могут в будущем произойти, могут быть шире, то есть глубже, то есть более сильные откаты по этой паре при вот этом нисходящем тренде. Так, идем дальше тогда по новостям. Практически это была ключевая статистика на сегодняшний день.
Хорошие индикаторы по Европе вышли в Германии и Франции, и в Германии, и в еврозоне от ZEF института. Это оказывает некую маленькую поддержку внутреннюю для фунта. Но зато производственная инфляция в США тоже выросла по сравнению с предыдущим значением. И видно, что все индикаторы сегодня зеленые по США. А так как индекс цен производителя является тоже опережающим по инфляции, это хороший сигнал для доллара. Вот видно, что практически и по доллару выходит хорошая статистика, которая оказывает некую поддержку доллара. Так что внутри дня видно, что по всем странам выходят такие стабильные индикаторы, положительные сегодня, имею в виду из европейских, по Британии и по США. Так что мы должны быть начеку. Что у нас впереди? Давайте сейчас посмотрим, что у вас впереди. Практически завтра Westpac публикует индекс опережающих экономических индикаторов по Австралии. Потом ключевое событие по Японии, решение Банка Японии, пресс-конференция. Увидим, какова будет риторика, вообще каково будет мнение Центрального банка Японии после вхождения в рецессию Японии. Мы увидели, что на этой неделе в понедельник был опубликован негативный ВВП и в квартальном, и в годовом выращении. То есть официально Япония вошла снова в рецессию. То есть какова будет вообще политика банка после этого? Поскольку я понял, уже сегодня они приняли, что скорее всего налог на продажи, которые собирались повысить, откладывают еще там на достаточно долгий период, где-то на полтора года есть предпосылки. Так что это видно, что негативный ВВП, который вышел, достаточно сильный эффект имеет, и все его будут учитывать. Так что какие меры предпримет банк, мы завтра увидим. Пока говорят некие представители, я читал в новостях, Honda сказал, что практически пока мы еще не собираемся увеличивать программу выкупа активов, то, что мы приняли во время предыдущего заседания, вполне достаточно. Даже на фоне негативного ВВП. Так что имейте в виду, что вот это заседание практически может существенно повлиять на японскую иену. Что будет, мы узнаем уже после вот этого заседания. Платежный баланс по Европе. И, конечно, очень важное событие на этой неделе. Как мы сказали, на этой неделе для фунта есть две важные события. Первое, инфляция, то, что уже прошло. Второе, голосование представителей Банка Англии. Вот. Очень интересно будет, каково будет вот это голосование. Если числа представителей, которые голосуют за увеличение, увеличивается, то это будет хороший сигнал для фунта, и откат может спокойно произойти по фунту. Если даже все-таки сохранятся вот эти голосования 7.02, это тоже будет некий хороший сигнал для фунта. Но, конечно, если вот эти два представителя отказались от голосования по увеличению, это будет негатив для фунта. Мы завтра прокомментируем. Лично, по моему мнению, вот эти минутки будут очень важны. Почему? Потому что все-таки здесь будет и мнение по инфляции и так далее. То есть все вот эти ключевые события, которые повлияли негативно на фунт. Индикатор от ZEF института по Швейцарии, строительный сектор по Европе. И вечером, как всегда по средам, имею в виду там 3 недели после заседания ФРС, практически публикуется итоговый протокол или минутки. Вот они будут очень важны, каковы будут обсуждения о будущем повышении процентных ставок в США и так далее. До этого публикуется несколько важных индикаторов, которые тоже могут спровоцировать внутридневную волатильность. Начатое строительство домов и разрешение на строительство. Нет сомнений, что рынок жилья очень важен для США. Эти индикаторы для внутридневной торговли всегда имеют сильную значимость. Жду ваших вопросов по календарю, то есть по макроиндикаторам. Думаю, что понимаете, что завтра есть очень важное событие для японской иены. Это заседание Банка Японии, минутки по Англии, очень важно для фунта, и по США поздно вечером тоже публикуются минутки. Садовенко Александр, как вы прокомментируете пятничный отчет по Америке? Ожидали вы падения индекса доллара или нет?
Садовенко Александр, давайте вы имеете в виду какой отчет по Америке? Розничные продажи? Вот розничные продажи, мы их прокомментировали еще на прошлой неделе. Мы эффект после публикации розничных продаж, когда практически сработали, скорее всего, вот эти тейк-профиты и так далее, или то, что мы озвучили, что называется шорт-сквизом, мы это обсуждали уже. То есть я не понимаю, почему нужно каждый день практически одно и то же событие обсуждать. У нас же есть уже другие события. Давайте посмотрим на график. Даже мы вчера посмотрели на график долларового индекса. У нас практически четко и ясно идет практически 4-недельное повышение. Вот можете посмотреть вот эти все свечи. То есть по долларовому индексу сохраняется позитивный настрой. Рост по американскому доллару, исходя из этого индекса, продолжается. Я не вижу здесь никакого разворота. Единственное, что я здесь вижу, уважаемые зрители, о котором мы давным-давно говорили, Садовенко Александр и все уважаемые зрители, мы должны понимать, что я это уже достаточно долго говорю. Мы приходим к ключевому уровню 90 по долларовому индексу. Если на мелких фреймах мы посмотрим, где мы находимся, практически находимся две фигуры, давайте так укруглим, даже чуть меньше до этого ключевого уровня. Я еще раньше говорил, учитывайте, что это 6-летний, да, извиняюсь, 10-летний коридор. Вот он, этот коридор, который мы рисовали. Он с 2002 года, практически вот этот коридор. Тут нет никаких сомнений, что те инвесторы, которые открывали длинные позиции по доллару, они рано или поздно в верхней части вот этого 10-летнего или даже 12-летнего коридора будут закрывать свои длинные позиции. Это не значит, что они будут отказываться полностью от американского доллара. Это значит, что они будут фиксировать прибыль, и уже для выхода из этого канала вверх им будет нужна стабильная, хорошая статистика по Америке. И что это значит? Четкое, ясное понятие, что США первые поднимут ставку. То есть, чтобы выйти из этого 10-12-летнего коридора, не будет достаточно даже хороший ВВП или там падение безработицы до уровня 5,7, 5,5 или даже некий минимальный рост по инфляции. Надеюсь, вы понимаете, что долларовый индекс двигался в этом коридоре 12 лет. Так что тут нет никаких сомнений, что все трейдеры, которые открывали длинные позиции по доллару, они в этом верхних порогах, у них есть выставленные ордера для фиксации прибыли. Вот мы когда 19 января текущего года поставили вот эту зеленую линию, я поставил тогда вот этот диапазон серый, и по моим ожиданиям я сказал, ожидаю, что в течение этого года, 2014 года, основная часть графика долларового индекса будет именно в этом диапазоне. Если честно, это не только что видим к сегодняшнему дню, что основная часть, а вообще можно сказать, что вся часть на линейном графике, если мы отсеем вот этот шум здесь, можно сказать, что весь график находится здесь. То есть те, которые здесь открывались, включая мы, когда рассматривали сделки, я думаю, что это вполне достаточно для одного года практически такой сильный рост, чтобы зафиксировать некую прибыль. Если это понятно, Садовенко Александр, ставим свой плюсик. Мы об этом говорили достаточно долго. Так что даже если рост по доллару сейчас продолжается в ближайшее время, откаты против доллара будут глубже. Тут нет никаких сомнений. И мы об этом говорили, даже я когда показывал практически последние несколько недель, когда мы поднялись выше вот этой вершины, и мы об этом заговорили, я и сказал, по паре евро-доллар ожидаю, что она найдет некую сильную поддержку около уровня 1.20 плюс-минус 1-2 фигуры. Почему? Потому что это соответствует долларовому индексу 90. Здесь практически все вот эти локальные впадины, так что будьте начеку. Каждый уже для себя сам решает, будет ли при этой волатильности торговать или нет. Единственное, когда мне кто-то пишет в чате, вот некие там розничные продажи, например, то, что вы по отчету, почему так произошло. Вот
Я объяснил, почему это будет и происходит. В конце октября мы уже увидели один шорт-сквиз после публикации хороших, после публикации хорошего решения в США. Все-таки там по одной паре, я помню, мы рассматривали первый шорт-сквиз, сейчас уже на прошлой неделе прошел второй, сегодня даже прошел еще один по японской иене. Почему для кого-то это печально? Новичок открывает длинную сделку, практически не учитывая тут никаких уровней по доллару. Вообще в любое время он кликает. У него практически до этого не пересчитаны никакие грамотные стоп-лоссы или тейк-профиты. И там движение на 50-60 пипсов или на фигуру просто сбивает полностью его депозит. Это понятно. Я понимаю, что большинство, которое спрашивает, к сожалению, такие вопросы, именно у них схожая ситуация. Хорошо, читаю следующие вопросы по макроиндикаторам. Вот вы спрашиваете, Гуляев Юрий, почему так показатели хорошие по Америке, а график идет в обратную сторону? Единственное, что я вижу, график очень быстро идет вверх по долларовому индексу. Очень быстро. Давайте посмотрим на weekly frame. Вот такие практически движения вверх, когда они были? В 2007-2008 году, когда обанкротился Lehman Brothers и все скупали доллары. И практически здесь, когда вот эта вершина практически сформировалась, когда количественное смягчение замедляло темпы к 2010 году, извиняюсь, в США. То есть вот такие сильные росты практически они не присутствуют так часто за последние несколько за последние 10 лет, 12 лет по долларовому индексу. Вот четкое, ясное движение, только бычьи свечи вверх. Если кто-то ожидает, что здесь не будет ни одной недельной, извиняюсь, недельной медвежьей свечи, то это не серьезно. Безручку Игорь, если основания по увеличению голосующих в Англии в свете последних данных. Если честно, у нас осталось меньше одного дня до публикации вот этого протокола. Я сам не хочу гадать, уменьшится ли вот это число, снизится ли вот это число. Единственное, что я услышал со стороны Марка Карни, заметил, что Марк Карни сказал, вне зависимости от индикаторов, которые публикуются сейчас, мы практически не изменим там относительное время повышения ставок. Хоть когда это относительное время, пока еще только гадают. Но он сказал, что при плохой статистике, скорее всего, повышение ставок будет медленнее, чем раньше ожидалось. То есть это единственные слова, которые я слушал в последнее время у Марка Карни. Хорошо, вижу, что других вопросов нет. Как вы оцениваете выступление Абе? Я не знаю именно, просто у Абе выступление, которое было в последнее время, они практически не так сильно изменяются. Мне лично интересно, что произойдет на этих выборах в Японии, если они вообще будут. Я не очень хорошо знаю вот эту политическую ситуацию в Японии. Мой скепсис по японской экономике я давным-давно выражал. Для меня это проигравшая экономика, у них даже в номинальном выражении ВВП снижается. То есть это практически азиатская экономика, которая проигрывает уже Китаю, Южной Корее и так далее. И это будет и в дальнейшем давить на японскую экономику. Но как я и раньше говорил, не думайте, что это именно и на иену будет там подталкивать пару долларов иену все время вверх. Единственное, это такое экономическое заключение, что скорее всего Япония уже проиграла свою конкурентную способность другим азиатским странам. Они никак не могут выкарабкаться уже из этой ситуации. И будут ли печатать деньги, не будут ли печатать деньги. У них падает производство, падает экспорт. Так что я не знаю, просто у Японии, а это просто как мыльный пузырь. У них дошла до некого порога экономика, она не может уже больше без каких-либо новых технологий или некого мощного прогресса выйти из этой ситуации. Все. Мы это прокомментировали, что они уже, скорее всего, на 100% сегодня утвердили, что переносят налог, выборы в парламент. Что произойдет? Я практически не знаю,
какой у них будет парламент. Конечно, эти новости и события будут основой для спекулы, но практически давайте не будем торопиться. Завтра мы узнаем. Хорошо, идем по долларовому индексу. Мы сделали вывод, каждый для себя делает уже решение на дневном таймфрейме, что у нас есть. Мы практически вот тот треугольник, который рассматривали на прошлой неделе, движемся чуть выше ключевого уровня, чуть ниже практически. То есть с начала недели мы вышли вверх. Сейчас практически мы находимся на тех же самых уровнях. Не забываем, на этой неделе достаточно много событий по США. Инфляция публикуется в четверг и так далее. То есть очень много индикаторов по США тоже, которые практически являются очень важными. Здесь тоже видно, что формируется другой треугольник практически с тем же самым центром. То есть единственное, что я вижу, практически вот тот же самый симметричный треугольник сейчас практически... Он нам показывает, что если мы раньше говорили, это оказывалось, что верхняя часть ниже, меньше нижней. Это указывало, что быков не так много по этой паре. Сейчас симметричный треугольник, который образуется, уже нам показывает, что быки больше, чем они были раньше. На фоне хорошей статистики. Но все-таки видно, что идет замедление по долларовому индексу роста. Здесь идет некая пауза на 4-часовом и на дневном фрейме. Пара евро-доллар. Тут нет никаких сомнений, что практически вот после выступления Марио Драги, они уже нам ничего нового не говорят. Пока они не запустят некую четкую ясную программу, мощную, или пока в США не повысят вероятность о повышении ставок раньше, чем финансовые рынки ожидают, мы можем здесь сохраняться в некой паузе уже по паре евро-доллар. Движения вниз могут происходить, потом более сильные откаты. Мы по паре евро-доллар тоже говорили, нисходящий тренд пока еще сохраняется, но волатильность не будет вот такой низкой. То есть, имею в виду, вот эти откаты будут уже шире. Вот этот откат нам показал, сейчас другой откат, что откаты будут расширяться в будущем. Фунт. Мы фунта обсудили практически. Я сохраняю свои ключевые уровни. Ничего здесь не меняю. Будем учитывать дальнейшие индикаторы, практически инфляцию. Если она как-то изменится, сразу здесь скорректируем все, что нужно. Австралийский доллар. Практически что у нас есть по австралийцу? Первое, что хочу сказать. Почему я, когда открывал короткую позицию, полностью ее зафиксировал, доходя до уровня 87.40? То сейчас уже, 2 месяца позже, на 100% видно, что вот этот поступок, который мы совершили тогда, зафиксировали нашу позицию, был наполовину оправданным. То есть я тогда еще говорил, по моему мнению, конечно, это я не говорю, что я всегда прав или буду прав. Я тоже могу совершить ошибку. У меня, как знаете, скорее всего, всегда есть стоп-лоссы. Я здесь фиксировал позицию на полностью оправданном уровне 87.40. Хороший заработок там 6-7 фигурный. Этот уровень полностью соответствует, то есть уровень 87.40 полностью соответствует текущему фундаменту в США и в Австралии. То есть этот уровень является нейтральным. Если это понятно, ставим свои плюсики. И мы раньше говорили, я отсюда ожидаю некий разброс около этого уровня. Если вхождение в нижний диапазон, вот этот нижний диапазон произойдет, оно будет очень вялым, слабым, трудным, с откатами. То, что мы видим, что практически пока еще пара сильно не может снизиться. Почему? Сейчас объясняю. Вот сейчас возвращаемся несколько лет назад, когда мы все вот это рассматривали и раньше, и в прошлом году. Даже я с целью сейчас открою новый график по австралийскому доллару. И думаю, что каждый грамотный трейдер, тут не важно в какой перспективе вы торгуете, краткосрочный, долгосрочный, без некого такого глобального понимания, трудно практически работать. Возвращаемся практически несколько лет назад. Давайте сейчас мы посмотрим вот этот боковик. Извиняюсь, я даже говорю боковик, хоть это не боковик. На каких уровнях находился? Вот, пожалуйста. Уровни, которые мы видим. 93.80, округляю на 94. И нижний порог 80.
То есть 94 и 80. Если это видно, ставим свои плюсики. То есть мы практически сейчас находимся раньше верхней части. Исходя из верхней части вот этого диапазона, я строил уровень 87 и 40. И мы предполагали, что это вершина здесь. И поэтому открывали короткие позиции, хоть достаточно долго нужно было бы их сохранять. Исходя из этого диапазона, о котором мы говорили в 2013 году. И в этом году достаточно долго. Если мы сейчас посмотрим, где мы находимся, уважаемые зрители. Вот, пожалуйста, я провел вот эти, грубо говоря, уровни там Fibonacci. Хоть у меня они всего лишь 100, 0 и середина 50. Мы находимся в этом центре. Видно ли, что мы находимся на этом ключевом центре 87 и 40, грубо говоря. То есть, поэтому я здесь фиксировался. Почему? Потому что вы сами знаете, что я отдаю предпочтение фундаментальному анализу. Я рассматриваю все ключевые процентные ставки. У меня есть несколько моделей для вычисления нормальных уровней. По дифференциалу процентных ставок, текущий дифференциал между процентными ставками в Австралии и США находится практически на уровне 2.25, и именно этот уровень 2.25 соответствовал во время вот этой вершинки здесь, та серая зона, которая у меня есть, и было на уровне 87.40. То есть здесь 87.40 соответствует полностью этому дифференциалу по ставкам. Да, задавайте ваш вопрос. Что хочу добавить? Первое. Если в 2009-2010 году вероятность повышения ставок в Австралии была намного больше, чем в США, почему? Потому что здесь все время шло снижение, поэтому мы тогда находились в верхней части. Сейчас, чтобы мы пошли в нижнюю часть, то есть того же самого диапазона, вот он, чтобы мы сейчас в основном, если тогда находились в верхней части, чтобы мы сейчас находились в нижней части, должно быть ясно, что будущий дифференциал по ставкам будет в пользу американского доллара, если он сейчас на уровне 2.25, чтобы хоть до уровня 2 дошел. То есть, чтобы был в пользу американского доллара, чтобы он сужался. Когда это может произойти? Единственное, что мы видим со стороны Австралии, нейтралитет по процентной ставке. Они все время нам об этом говорят. То есть, единственная нужная риторика или четкая ясная статистика по США, которая будет указывать, что американцы первые повысят ставку по сравнению с австралийцами, чтобы мы зашли в нижнюю зону. Так что это достаточно трудный уровень сейчас, и без четкой ясной информации, что США первые повысят ставку и дифференциал по ставкам сузится и будет меньше, чем здесь, то тогда сами для себя делаем выводы, как быстро это движение произойдет. Идем дальше. Следующая пара. Просто у нас нет времени. Новозеландец практически коррелирует, видно, с австралийцем. Японская иена. Мы практически закончили наш обзор, к сожалению. У нас нет времени для дальнейшего рассмотрения. Коротко хочу сказать. Просто извиняюсь, что так получается. У нас нет времени. Двойное прикасание к уровню 117. Это не значит, что у нас есть классическая модель разворота тренда, когда у нас есть двойное касание. Почему? Потому что фундамент, он подталкивает, будет подталкивать пару вверх. Но единственное, что мы видим, что здесь очень многие закрывают свои длинные позиции. Два раза уровень 117 сработал в качестве шорт-сквиза. Соответственно, как мы предполагали, по паре доллар-иена, еще вот здесь, когда формировались вот эти мощные свечи, так, на дневном времени. Я говорил, после вот таких сильных движений, хоть всплески вверх могут быть очень мощными, и они могут в ближайшее время дойти до 120, коррекции при таких сильных всплесках будут шире. Так что нет сомнений, что уже здесь видно, что некие участники отходят с рынка. Вот оно, двойное касание. Отходят с рынка. Никто сейчас не предпринимает каких-либо мер перед заседанием Банка Японии. Уже после заседания Банка Японии будет ясно, нужно ли быстро идти вверх или вниз. Так что это нам показывает, что к сегодняшнему дню перед заседанием никто не хочет рисковать. Но тренд сохраняется. И мы, как говорили, при хорошем коррективном движении, у меня эта формация как где находится, исчезла. Это возможность для покупок, как и по всем парам. Доллар, канадский доллар, вот нисходящий канал, практически
тоже в ожидании важных событий по США. Швейцарский франк коррелирует с европейской валютой. Евро-швейцарский франк подходит к ключевому уровню. Ничего нового, зависит от референдума, который будет в конце месяца. И по золоту видно, что прикасаясь к верхним порогам практически или к нижним порогам вот этого нисходящего треугольника, который мы рассматривали, золото сейчас находит некое сопротивление. Жду ваших вопросов очень быстро по валютному рынку, так как у нас, к сожалению, время уже нет. Хорошо, вижу, что вопросов нет, только одни плюсики пошли. Всем тогда огромное спасибо за вашу активность, за ваши вопросы в чате. Всем желаю хорошего вечера, прибыльных сделок, удачи и до завтра. С вами был Веселин Петков, Высшая школа трейдинга. Всем хорошего вечера и до завтра.